Детский сад номер 7 мэр Хабаровска Сергей Кравчук посещает впервые. Дошкольное учреждение на улице Панфиловцев стало одним из участников всероссийского проекта «Маугли». Дети здесь занимаются гимнастикой, акробатикой и легкой атлетикой. Если внутреннее состояние здания не вызывало вопросов, то во дворе градоначальник обратил внимание на сухие деревья и на состояние асфальта на территории детского сада. Дети ходят здесь. Вы чё? Дети чистили. Дети здесь ходят. Родители ходят. Это мы, помните, в детстве ручейки пускали? Канавки копали? Вот так, чтобы вода уходила. Вот что, тяжело здесь положить же организованный жёлоб. Сделайте, Ольга Николаевна. Через месяц мне расскажете, как здесь красиво. В Хабаровске продолжается программа «Тысяча дворов на Дальнем Востоке». В прошлом году во дворе по улице Суворова появилась современная площадка для активного отдыха людей любого возраста. Но вандалы здесь уже проявили себя. Активисты хотят установить видеонаблюдение. С этим поможет администрация города. Видеонаблюдение, радиовидеонаблюдение не надо ставить. Или мы подключаемся к системе «Безопасный город», или мы подключаемся к системе просто на участковый пункт полиции, чтобы это было... Где-то видно, что происходит какое-то, ну, сразу, чтобы оперативная группа, она была здесь. То есть по мониторингу, видеонаблюдения определить, что же здесь, ну, это дети. А для нас безопасность – это прежде всего. Конечно. В Хабаровске преображаются не только дворы, но и скверы. Территорию в районе улиц Ворошилова и Рокоссовского привели в порядок в прошлом году. Поставили лавочки, уложили тротуары и установили детскую площадку. Теперь в ремонте нуждается дорога рядом со сквером. Пройти здесь не всегда легко. Проблемный участок отремонтируют в этом году. Я живу на Ворошилова и хожу на работу каждый день на перекрестке вот на это. Когда проходит дождь или еще что-то, там пройти невозможно. Идешь, ну не по колено, но по щиколотку в воде. Проходишь. Здесь постоянно грязь. Вот тут вот. Постоянно, когда бы ни шел. Зимой и летом. На этой неделе стартовало голосование за благоустройство общественных пространств по программе формирования комфортной городской среды. Отдать свой голос за новые территории, которые будут благоустроены за средства федерального бюджета в следующем году, можно до 31 мая на сайте 27.городсреда.ру. Игорь Сукачев, Иван Яковлев, «Смотри Хабаровск».